Нет. А Ламара купил? Нет, сейчас купим. А вот мы вместо этого черта его и купим. Он реально здесь что-то совсем прям... Ну вот этот черт еще хотя бы связной, черт. А вот этот-то чертяга вообще непонятный, Терек. Может быть, он потом как-то поможет вот этот улик взять, я не знаю. Но на данный конкретный момент мы здесь, если что, докупим пацана. Бабки-то, как говорится, не проблема. И, кстати, Аламара можно здесь купить и поставить гильду. Мне кажется, это даже профит. Мне кажется, я сейчас next level play сделал только что. И миска, может быть, даже на Аламара сразу добрать, если мы будем заходить в улик. Чего случилось? Кто сказал, что про меня? Чё такое? Не, там человек пожаловался, что песня ему не понравилась. Я ничего плохого не говорил. Какого чела с армии продал? Блять, я мискликнул. Раз, два, три, четыре, пять. Только одного получаем, да? Блять, от двух... Еще моралится, блядь, падла вонючая. Да что это такое? Окидываем. Так, 6-8. Они тебя побьют. Тебе пизда на никсах. Тебе пизда. Что ты делаешь? Как? Куда ты напал, парень? Эх, эксперты, блядь. Я не вижу плана, пацаны. Я не вижу плана. Так. Продвигаем огонь. Бежим дальше. Пошутил про четверку, братик. Я пошутил про четверку. Май гад. Блять, я пошутил про четверку. О май гад, что тут делаем? Элементалей вызываем, что ли? Так, тихо. Есть глухая стенка еще, да? Живы, тихо, мы живы. Бля, чё Саня творит? Как он это делает? Что за лучшая луна? 350 раз говорил, я просто им сочувствовал всегда. Я был на вписках по Lineage, в вписках по Вову. Да. Прям было видно разница между слоями людей. Знаете, Вов такие все были там в пиджачках, там с цепями золотыми, там на тачках приезжали. А когда я приходил в Lineage, там все типа спрашивали, а чё, кто пиццу купит? И собирались, короче, просили типа чуваков, чтобы... Ну, короче, сложная ситуация там была... Пришлось бабки собирать. В итоге купили пиццу, и просто она улетела со стола к херам. Просто улетела. Я даже кусочка не успел взять. И все. Ну вот. Жалко было видеть этих парней, если честно. Долго потом это переваривал. Потом как-то увидел. Он понял, что это юмор. Я уверен. Естественно, тихо лесом не пахнет. Так, ну вроде КЗ. Так, ну вроде нашел КЗ. Понял, яд. Спасибо за такую приколюху. Так, чувиха, если что, с постфайндом. Нам обязательно деревни на некрах, если мы не крим. Но мы что-то не крим нихуя вообще. Ну и понятно. Слушай, а Клавиус у нас любую деревню забирает. Ну, прикол в том, что Клавиус забирает любую деревню, ему достается пустая. А чувак, который ничего не забирает, ему достается полная. Ну, типа, вы поняли, да, как интересно? Нас тут подваливает. Минуточку. Минуточку? Какую минуточку? ГГ тут уже. Все. Все, тут уже нечего смотреть. Сможем ли мы этим взять к концу четверку? Или тройку? Надеемся, что там двойка, ребята. Фу. Я взял еще демонов. Больше делать нечего. Если здесь четверка, мы проиграли здесь и сейчас, ребят. И на этом наше... все закончится.
То есть, если мы сейчас здесь видим, ну, когда занят, тогда занят. Очевидно, когда вы видите, что время горит, блядь, выход горит, жопа горит. Ну, о чем тут речь? Альтабнуться и ссылку воткнуть? Ну, ты гонишь, что ли? И послушать Саня, хуй соси. Ты серьезно, братан? Так. Да это хороший трек, мне нравится. Пианино отличное. Чем-то «Сумерки» напоминает. Как раз Эдвард Каллен играет на фортепиано. Я специально подвел туда героя со шлангом. Блять! Как ты это делаешь? Как ты это делаешь? Ты что, тут ты идиот или че? Как ты это делаешь? Как? Ебаный, блядь! Погодите, сейчас, я не туда стену воткнул. Так, тихо. Утка, естественно, не бьем. ГГ. Пошел нахуй. Завози. Кто батя, пацаны? Кто батя, блядь? Морально. Чего нету, пацаны? Проверяйте, блядь. Это просто кусок говнины. Санины в лицо. Я не понимаю, мне суд в лицо уже вторую коробку. Я не понимаю, что с этим делать. Мне суд в лицо. Типа, просто суд в лицо. Суд. Я не понимаю пока, что с этим делать, пацаны. Сейчас, погодите. Мне надо сначала мочу вытереть, потому что, ну, просто не понимаю, блядь. Так. Здесь что делать? Разгонять надо чувака и садиться вот сюда. Сейчас подумаем. Да, блядь, не получается нихуя! Неправильно, блядь! Он первый ходит, ёбаный в рот! И он нас выжигает! Насыграно здесь, к сожалению, к большой проблеме придется брать вот эту темку. Давайте смотреть дальше. Да иди ты нахуй просто! Вторая коробка, ничего нету, пацаны, проверяйте, блядь! Это просто кусок говнины, санины в лицо. Я не понимаю, мне суд в лицо уже вторую коробку. Я не понимаю, что с этим делать. Мне суд в лицо. Типа, просто суд в... Может быть, он потом как-то поможет вот этот улик взять, я не знаю. Но на данный конкретный момент мы здесь, если что, докупим пацана. Бабки-то, как говорится, не проблема. И, кстати, Аламара можно здесь купить и поставить гильду. Мне кажется, это даже профит. Мне кажется, я сейчас next level play сделал только что. И миска, может быть, даже на Ламара сразу добрать, если мы будем заходить в улик. Чего случилось? Кто сказал? Ебать их тут нахуй. То, что грейжен и стек, это, конечно, просто дичь. 25 скелетиков заходит. Хоть посмотрим, что в ящике было, ребят. Давайте посмотрим, вдруг там дракон. Ваше здоровье, друзья. Да, я же говорю, ну, блядь. Я тучи разведу руками.
Игло пробью вперед ногами. Итак, брать ли нам базовую мудрость? Ребят, кого нравится мой вокал, будет стримы, караоке, подходите. Давайте подумаем. Брать ли нам базовую мудрость так поздно? На всех хатах это было всегда в почете просто. Я помню, я как-то тоже пришел на одну вписку, и там чуваки сидели в герое и накрывались одеялом, чтобы ходить. И я подошел и показал им фишку, как продавать предметы все по одной стоимости в торговцев артефактами. И они охуели, просто пивасы меня накормили, там, и вообще все просто респектули мне выписали вообще за это. Типа, я сразу там понял. То есть я был на незнакомой хате. Че ты предлагаешь его где-нибудь сюда, да, подтянуть? Ну да, да, он был. Ага, понял, да, я понял. Он забрал дракона, убил. Так, а здесь что, у нас одного дракона мы оставили, но какой план? Так. А план, а смотри, сколько там вот этих девулек, которые над тобой? 10 вот нас, отлично. План сейчас, берем флаг, берем ящик и становимся под них. Соответственно, на следующий день тебе привозят драконов. Эксперт земель апаем, да, понимаю, я так понимаю? Да. Лишний раз их оставить при себе. Типа без приколов. Какая бы шутка ни была, просто, ребят, еще разок. Я, конечно, гляну. Ну, конечно, какая-то хиромантия. Зачем такое кидать? Не знаю, о чем это хрень. Естественно, говно какое-то. Так. Полупустая. Ну, рестим тогда, чем тут раз. Пьяна жарит. Спасибо, ребят. Полуполная, да-да-да, полуполная. Как понять дороги третьего типа? Там, когда ты, вот если ты создавал хоть раз игру, ты бы понял меня. Там три типа дорог, когда создаешь, и ты вот надо галочку убрать с первого, со второго. Только третий тип, вот эти скоростные дороги. Высокогорье они, или как они там называются, никак, не знаю. Так, Саня стримит днем, верно. Все, ребят, поехали. Ох, вот это интересно, вот это лучше. Опять же этот вонючий плащ, смотрите, он не меняется с прошлого раза, это баг. Не надо мне говорить, что это рандом. Это не рандом. Это бред. Лол. Играть 10 каток, 10 рестартов сделаем. В 7 из них будет один и тот же плащ. Итак, поехали. Лабета пришла. Это потрясающе. Это лучшая мамашечка. Одна из шикарных. Прям умничка эта девочка. И скажи, Кирюх, что скажешь по поводу этого? Блять, ну ты что, серьезно, блять? Или что за хуйня? Подождите. Что произошло? Какая сетка? Чё вот это такое? Хуй знает, что это за говно вылезло. Блять, ну ты чё, серьезно сейчас? Нет, ну ты-то, блять, куда? Ну ладно, эти тролли, блять. Но ты-то куда вылез вообще? Блять.